По поводу диеты, о которой вы слышали в моих роликах. О нем тоже коротко постараюсь вам объяснить. Удивительно, Всевышний Аллах устроил человеческий организм. Человеческий организм берет для того, чтобы получать энергию. Всевышний Аллах нам дал два источника, основных два источника. Это глюкоза и запасенные жиры. Запасенных жиров намного больше. Почему Аллах сделал так, чтобы у нас запасались жиры? Даже у самого худого человека минимум 100 тысяч, а то и сотни тысяч килокалорий запасенных жиров находится в теле человека. Это для чего? Для того, чтобы на любой случай наш организм имел достаточную автономность. Ввиду того, что мы не соблюдаем ту сунну, о которой я говорил, мы не позволяем себя чувствовать голод, эти запасенные жиры остаются у многих из нас недоступными. И у тех из нас, которые слишком много едят сладкого и сахара, эти запасы увеличиваются, и они начинают страдать излишним весом, ожирением, сахарным диабетом. Вот те запасы, которые наш организм откладывает, к ним всегда должен быть доступ. Но этого доступа нет у многих из нас. Почему? Лишь по одной причине. Потому что ввиду современного изобилия продовольствия мы крайне редко испытываем голод. Мы единственное можем испытать голод с утра до вечера, если мы уразу держим. Но для того, чтобы постоянно наш организм имел доступ к жиросжиганию, наш организм должен привыкать это делать. Его делать организм не привыкнет, пока вы его будете каждый раз, когда у вас появляется аппетит, вы будете кушать. Часто будете кушать, часто будете кушать. Излишки того, что вы сейчас поели, ваша печень перерабатывает золотовалютный резерв в жиры и откладывает на пояс и вокруг внутренних жиров. А когда уже ты перестаешь каждый раз, когда тебе хочется есть, и даешь своему организму чувствовать голод, твой организм приобретает метаболическую гибкость. То есть твой организм так же, как способен брать энергию из глюкозы, он также может брать энергию из жиров. А для этого нужно практиковать низкоуглеводную диету хотя бы 2-3 месяца, чтобы научить свой организм не только откладывать этот жир, а периодически его употреблять. Почти ежедневно можно его заставлять употреблять, но для этого нужно отказаться от одного продукта, который не был создан Всевышним Аллахом для нас как питание, которому лишь 200 лет, который признан всем миром как легальный наркотик, который является основным убийцей человечества сегодня, который является медленным ядом, благодаря которой на первом месте смертность по сердечно-сосудистым заболеваниям – это сахар. Это сахар, который вы найдете везде, где бы вы ни возьмете. Вот вы возьмете даже колбасу некоторых производителей. Вот в колбасе я прочитал содержание сахара. В компотах сахар, в вареньях сахар. Мы его так любим, мы на него так подсели, что пока сладкое не поешь, если ты съел хорошую, нормальную, жирную еду, ты сытым не становишься. Это просто привычка, это просто наркотик. Мой вам совет, хотя бы начните бороться с этой зависимостью. Начните его уменьшать, но лучший способ его раз и навсегда исключить из своего рациона. Так легче, так же, как бросить курить. Бросить курить как легче? Раз бросил и навсегда. Но не по чуть-чуть. Тот, кто хочет постепенно меньше начинать курить и потом бросить, он не бросит курить. Он пока не отрубит и не выбросит, не растоптает пачку. Поэтому
Я с полной ответственностью могу вам сказать, если вы полностью забудете про сахар и то, что содержит сахар, вы через неделю, через месяц бросите все свои таблетки, приобретете ясность ума, станете здоровыми людьми. Да, конечно, вы станете непривычно худыми. Почему-то наши люди сегодня, когда человек худеет, плохо на него смотрят. А когда он превращается, как говорится, в машину производства жира, и вот такой ходит, на него смотрят, как на успешного человека. Вот это наша ошибка. Вы, если вот здесь вот старших людей спросите, у них в селе сколько было людей с большими животами, они скажут, 1-2 человека, и то редкость была. Это наша болезнь, это из-за сахара. Поэтому на этой диете можно находиться смело до 5-6 месяцев. Потом можно делать, переходить на какие-то злаки. Есть порядок. У каждого человека есть индивидуальность своя. Есть такое высказывание у арабов. «Та'аму зайдин суммун ли амрин». То, что пища для Зайда, это же вещь яд для Амра. У каждого человека есть своя непереносимость к какому-то виду пищи. Старайтесь это узнать. Та еда, от которой вам стало плохо, старайтесь его не есть. Хвала Всевышнему Аллаху, благ и того, что Всевышний Аллах нам для нас сотворил в качестве еды огромное количество, их много. Альхамдулиллях.